Всем привет, с вами Артур, и сегодня в этом видео я вам покажу два небольших ремонта BMW X5. Итак, на этом BMW я буду ремонтировать перед. Капот, крылья и все поврежденные детали меняются. На всякий случай измеряю диагонали, все расстояния. Здесь все одинаковое. Устанавливаю все новые, но сделанные в Тайване, детали. Работа с металлом закончена. Отдаю машину для покраски. Через пару дней машина вернулась с покраски. Начинаю сборку. Фары устанавливаю и креплю к крыльям. И затем все детали переда устанавливаю. Итак, ремонт этого X5 закончен. На ремонт ушло 5 дней, 2 дня с металлом работы, 3 дня покраска. Ну а теперь ремонт второй BMW X5. Ремонт крышки багажника. Для ремонта буду использовать споттер.
Работы с металлом закончены, теперь покрасочные работы. Итак, ремонт этого BMW закончен. Этот ремонт занял 3 дня. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!